идем гулять в Альпы. Ничего особенного, да? У нас сегодня по плану 3-часовая прогулка наверх, обед, изучение флоры и фауны местной и возвращение вниз. И мы сейчас идем на Ферраймераль 2:45. И тут, кстати, очень хорошо, что можно поесть. Да. Вот такие баварские Альпы изнутри. Они не такие высокие, как швейцарские, и не такие жесткие, как австрийские. Баварские они такие более компактные, более уютные, и, да, более безопасные, мне кажется. Мы прошли практически 2/3 пути, дошли до места, которое мы условно называем каменоломня. Ну, посмотри, как тут странно. Реально, как будто жили динозавры. Отсюда видно будет? Вон тот, вон камень. Мы сейчас шли и рассуждали по поводу того, что он настолько опасно стоит, и мы надеемся, что он оттуда никогда не упадет. По крайней мере, в то время, когда здесь будут проходить люди. Ну, иначе это все. Так знаете, в мультфильмах, когда придавливают этим камнем крутящимся. Сразу в смятку. Сейчас июль, а там еще лежит снег. Июнь. Июль. О, июнь! Господи, я уже живу в будущем. Мы же говорили, что будет флора-фауна, да? Вот, смотри. Фиолетовый цветочек. Угу. Так он и называется, фиолетовый цветочек. Да. Тут есть ромашка. Настоящая ромашка. Вот. И, судя по всему, сюда может приземляться вертолет куда-то вот. Туда, на ту площадку. И вам нужно просто позвонить по вот этому номеру, да, который здесь указан. И сказать кодовое слово, которое здесь же указано. И не дай бог какие-то проблемы вас спасут. Но потом, я думаю, вам очень жирный счет выпишут за этот вертолет. Если у вас есть лишние 5000 евро, можете ломать ноги, ломать руки, пробивать головы. Звоните тогда по номеру 112. Да, 112. И говорите, скажите ГАП 1016. Если хорошая погода, то тобой придет на квадроцикл. Да? Это дешевле. Я кайфую. От прохладного ветра мы... Все, мы пришли в эту долину, где находится домик, где мы сейчас будем кушать. Я как этот, знаешь, в средние века была казнь, когда такую плаху деревянную надевали, голову и руки. Я так же сейчас хожу. Боже, я наказан. Мы заказали сейчас самую красивую, самую вкусную, самую замечательную еду, которая только может здесь быть. Ничего хитрого здесь нет, обычные венские сосиски из супермаркета. Хлеб тоже из пачки уже нарезанный, который. Вот, но вот сама фишка как раз вот в этой гороховой штуке. Я ненавижу такую консистенцию продуктов, но вот здесь я ем ее с огромным удовольствием. Выставим с подноса. Да, кстати, обязательно пункт. Я надеюсь, что второе блюдо, оно будет такое же вкусное, как и первое. Вот. Так приятно, когда что-то теплое падает тебе в желудок. Я сейчас не пропила. Какой из них тебе нравится? Самый, вон, видишь, крайний, с пятном. Ну, на лице. Слушай, он на тебя похож чем-то. Мне, знаешь, порой кажется, что коровы, которые прожили не самую счастливую жизнь в Индии, после реинкарнации попадают в Баварию. И здесь они отъедаются, отлеживаются, их тут любят.
все у них прекрасно. Хочешь погладь? Я боюсь. Очень интересно, тут дорога показана, красная стрелка просто на камне нарисована. Тропинка, значит, можно идти. Какая-то как корова, которая тут бежала. Как они в гору ходят? Больше всего мне нравится в наших всех путешествиях, походах, это непредсказуемость. Мы сейчас хотели дойти до домика и пойти обратно, но внезапно мы увидели вот эту тропу, пошли по ней, оказалось, что времени у нас еще навалом, и, судя по всему, эта тропа ведет на хребет горный. Ну, хоть бы фыркнули разок. Боже, я же их боюсь, я терпеть не могу змей. Мы дошли до указателя. Сейчас будет хотя бы понятно вообще, куда мы, откуда идем. Прям максимальное удобство. 5 звезд. Да, 5 часов ползти наверх, конечно, стоило. Здесь такой интересный проход в Австрию. Да, и тут кое-что интересное нашла. Одуванчик! Нужно загадать желание. Так, нужно подумать. Давайте спуск. Беспроблемный. Все. Самое страшное после вот таких вот подъемов, это то, что кожа, ощущение как будто обезвожена просто катастрофически. Сразу хочется намазаться кремом или сделать какую-то жирнющую маску. Что мы сегодня видели? За эти 5 часов, пока мы поднимались, змею видели. Козлов видели. Сейчас, кстати, буду в долину посмотреть. Там целая армия этих козлов бегает. Очень круто. Да. Я, кстати, нашла еще один одуванчик. Здесь их очень много растет. Нужно пожелать что-нибудь хорошее. Чтобы все оказались в Баварии, увидели своими глазами Альпы и остались от них в таком же восторге, в котором нахожусь сейчас я. Мы готовы спускаться. Все, я уже с ума схожу, по-моему, у меня мозг отключается. Ноги идут, а мозг отключается. Кто-то вишенку завязывает во рту. А я вот смотрю. Оп. Оп. Все. 15. Дорога вниз ведет, смотрим под ноги, огромное количество муравьев. И тащат прям какие-то огромные, знаете, хреновидные. И мы присмотрелись, куда они это несут. И нашли тут, не знаю, Вавилонскую башню, Трамп Тауэр.
смотрите, вот здесь он начинается, и вот в гору наверх туда уходит, и это все муравейник. Это, наверное, самый большой, какой я видела. Сюда можно закапывать неугодных тебе людей, и с ними быстренько муравьи разберутся. Кажется, здесь страна чудес начинается за белым кроликом. Хочешь прыгать? Остались последние 15 минут дороги. И, честно говоря, я даже не ожидала того, что день закончится. Проснулись мы где-то в 8:30 утра. В 10 выехали. Дофига часов мы в прогулке. Такое неплохое кардио. В общем, да, сейчас начинает просто с заходом солнца атаковать жестко слепни. Поэтому нужно быстрее бежать до машины, чтобы нас не съели окончательно.